Хиллари Клинтон допустила выдвижение в президенты. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в выборах 2010 года в качестве кандидата в президенты. Бывший государственный секретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон допустила, что снова может баллотироваться на президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью порталу Record. По словам Клинтон, она не хочет даже думать о выборах 2020 года до момента, пока не пройдут промежуточные выборы, которые состоятся 6 ноября, однако она отметила, что хотела бы, чтобы в январе 2021 года в овальный кабинет пришел демократ. «Конечно, я хотела бы стать президентом. Надеюсь, в январе 2021 года в овальном кабинете будет сидеть демократ. Сделаю для этого все, что в моих силах», — заявила политик. Напомним, ранее Госдепартамент отозвал доступ к секретной информации для Клинтон в 2016 году. В отношении Клинтон велось расследование из-за того, что во время работы госсекретарем она, нарушая правила, пользовалась личным почтовым ящиком для служебных целей, который впоследствии был взломан. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.